Они строили, строят и будут строить. Работников отрасли накануне предстоящего Дня строителя поздравили с профессиональным праздником в здании Старого ТЮЗа. В регионе, по словам чиновников, зодчие считаются локомотивом. Красивые дома, детские сады и школы, труд строителей востребован ежедневно. Многие объекты большой сложности возвели строительные организации региона. Сегодня отрасль определяет рост производительности труда, применение передовых технологий. От работников отрасли зависит повышение комфорта жителей. Несмотря на ежегодное выполнение нормы в 1 миллион квадратных метров жилья, строители уделяют внимание и развитию городского пространства. Кроме того, по словам профильного министра, работники отрасли умело справляются и с дополнительными задачами, которые перед ними ставит современное общество. У нас новые вызовы, и мы к ним обращаемся с просьбой, чтобы те нерадивые застройщики, которые создали проблемные дома, у нас ушли в прошлое, с ними сейчас занимаются правоохранительные структуры, причем вы видите уже, да, сегодня, как это работа. А те, кто у нас добросовестный, что мы обращаемся с ним, чтобы они нам помогли сопроводить и вести эти проблемные дома. Конечно, завершить программу переселения. Поэтому за такой честный профессиональный труд, открытый к людям, хочется поблагодарить, пожелать счастья, благополучия всем нашим работникам строительной отрасли. Действующих работников строительной индустрии, проектировщиков, производителей строительных материалов, а также ветеранов отрасли чиновники отметили благодарственными письмами. А в качестве подарка для участников мероприятия творческие коллективы региона подготовили большой праздничный концерт.